Чтобы поднималось абсолютно другое поколение. Вы знаете, дорогие мои, что в процессе этих лет мы видим реально поднимающееся другое ДНК. Мы видим церкви в завете, мы видим массы людей, которых Бог изменил, продолжает менять. Самое главное, что когда ты взялся за этот плуг, ты не должен озираться назад, ты должен получить цель и никогда не отступать. Вы знаете, я нашел очень уникальный принцип, очень уникальный парадокс. Большинство, массы людей начинают, у всех начало хорошее. Проблема вот где. Сколько сможешь ты пронести свою мечту, сколько ты сможешь идти. Потому что твоя мечта очень скоро потребует, чтобы ты отдал за нее все и всех. Мечта, которая приходит от Бога, ровно так, как Аврааму стоило все. Когда мы смотрим, Гидеону стоило все. Всем, кого Бог избирал, их мечта стоила им всего. Сколько наша мечта будет стоить нам? Каждый из нас должен принять решение, церковь. Когда ты примешь решение один раз навсегда, ты больше никогда не будешь принимать решение. Потому что теперь от этого решения будет отталкиваться все остальные решения в твоей жизни. Поэтому мы говорим нашему Богу «да». Мы говорим новому движению «да». Мы говорим Его славе «да». Мы говорим чудесам и знамениям, которые не видели люди «да». Мы говорим тому, чтобы Его дом был здесь. Мы говорим Богу «да». Мы жаждем радикального движения Бога. Мы говорим Ему «да». Мы жаждем реформации. Нам не нужно изменять что-то в церкви. Нам нужно полностью реформировать церковь. Дорогие мои, без разрушения старого никогда не будет нового. Поэтому мы готовы рушить старое, которое было создано руками человека. Потому что честно, то, что построено Богом, никто никогда разрушить не сможет. Отец, мы жаждем... Мы жаждем нового. Мы жаждем нового, Бог. Мы не просто так здесь пьем воздух. Мы жаждем нового. Мы жаждем движение Твое. Мы жаждем движение Твое. В то время, когда, Господь, большинство лидеров сдают свои позиции, идут на компромиссы. Мы говорим движению Бога «да». Мы говорим радикальной реформации церкви «да». Поднялось поколение, которое жаждет жизни. Господь, мы жаждем жизни. Мы жаждем жизни. Мы жаждем жизни. Мы говорим Тебе «да», Господь! Мы говорим Тебе «да». Мы сделали шаг, мы приняли решение. Дороги назад нет. Мы хотим видеть реформацию. До этого момента нам стоило это всего. Цена уплачена. Решение принято. Теперь самое главное — не брось плуг. Самое главное — не оборачивайся назад. Самое главное — не давай дьяволу сеять в тебя семя сомнения. Не поддавайся на его ложь.
до конца. Скажи ему да, скажи ему да, скажи ему да. Моя жизнь твоя, моя жизнь твоя, моя жизнь твоя. Прости его, прости его, прости его двигаться как никогда. Прости его, прости его, прости его, чтобы он двигался как никогда. Прости его, прости его. Наше поколение умирает. Эти тысячи, тысячи сидят по этим церквям, которыми руководят гнилые сердца, продажные, компромиссные людишки. Бог, мы взываем к чемпионам этой земли. Мы знаем, что они рождены Богом. Мы знаем все. Они нас сейчас смотрят. Они сидят, может быть, в своем тащине и выколачивают тихо пшеницу. Гидеоны, Анны, мы обращаемся к вам. Я знаю, вы рождены Богом. Вы рождены Богом. Бог говорит встать. Займи свою позицию в своем городе. Да, против тебя идут все. Добро пожаловать в христианство. О, мы ждем, мы молимся, мы поставлены Богом, чтобы дать этот крич, чтобы встали львы, рожденные Богом. Для этого времени не смотри ни на кого, тебя рукополагает небо. Забудь за продажную систему. Тебе нужен Бог. Тебе нужен только Бог. Не иди на компромисс. Не иди на компромисс. Мы рождены Духом Бога. Поднять стандарты неба. Мы будем смотреть на продажную церковь с купленными лидерами. Мы говорим нет. Мы говорим нет. Мы говорим нет этому разврату. Поднимется церковь Христа. Поднимутся львы Бога. Взлетят его орлы. Наши молитвы меняются. Мы начинаем бить по логову дьявола. Мы взываем, взываем, взываем чемпионам Бога, рожденным для этого времени. Прими решение, встань. Не боишься, Бог с тобой, тебе больше не нужен никто, Бог с тобой, тебе не нужна поддержка плоти, Бог с тобой,
наша нация не поляжет костями. Достаточно проливать кровь. Достаточно этим тиранам руководить церковью. Поднимаются дети Бога. Встань! Церковь, встань! О, церковь, встань! Чемпионы Бога, поднимитесь! Дух Божий взывает к вам! Достаточно прятаться! Достаточно переживать за свою шкуру, за свой авторитет, которого реально нет. Небо зовет тебя. Прими решение. Сделай шаг вперед. Земля ждет своих Давидов, которые выйдут навстречу своим Голиафам. Встань! Я пророчествую, встать! Земля вопиет! Дух Божий кричит! Вставай! Господь, поднимай! О, поднимай! Поднимай своих детей! Настает иное время. Настает иное время. Наблюдай, как имя Бога будет прославляться. Смотри, как Его церковь будет подниматься. Господь, я твой. Ему нужен всего лишь один, церковь. Богу не нужна толпа. Ему нужен один Моисей, один Давид, один Даниил, один Иосиф, одна Анна, одна Есфир. Богу нужен всего лишь один. Будешь ли ты этим одним? Несмотря ни на что, меня бьют, и я встаю, несмотря ни на что. Я спотыкаюсь и согрешаю, и я поднимаюсь, несмотря ни на что, и иду вперед. На меня выливают грязь, и я встаю, иду вперед, несмотря ни на что. Кто-то меня любит, кто-то ненавидит. Я иду вперед, потому что моя мечта не признание жалких людей, а признание неба. Знание неба. О, поднимается иное ДНК. Иное ДНК. Мы увидим своими глазами проданных, полностью проданных до конца, без компромисса. Только небо управляет ими. Эти люди не продаются, не покупаются. У них авторитет, дух, живущий внутри. Они не куплены системой, которая подвержена духу этого мира. Мы куплены кровью, церковь. Мы куплены самим Богом. Ходи перед своим Спасителем. Он зовет тебя. Он зовет тебя. Ты победитель. Ты чемпион, и это слово откликается внутри тебя. Внутри тебя плавятся кости, горит твое сердце. Тебя начинает трясти, потому что это слово к тебе. К тебе. Ты ищешь подтверждение, а Бог тебе дает сотое подтверждение. Это ты. Вставай. Вставай! Это ты! Богу нужны посвященные сердца. Богу нужны посвященные сердца. А тебе нужен только Бог.
только Бог. Только Он. Только Он. Только Он. Гори его огнем. Пророчествует. Люди иного духа. Люди
земного духа. Эта земля зовет. Люди не от этой земли. Земля зовет. Люди иного духа. Зажги, Господь, огонь в наших костях. Зажги, Иисус, огонь в наших костях. Зажги, Отец. Огонь в наших костях. Чтобы этот огонь никогда не утих. Чтобы этот огонь никогда не погас. Огонь в костях. Огонь в костях. Огонь в костях. Зажги, Господь. Только тебе. Огонь в костях. Огонь в костях. Только тебе, Иисус. Огонь в костях. Который горит и днем, и ночью. Который не дает жить. Который не дает спать. Который не дает есть. Огонь, который не дает покоя. Который никогда не утихает. Огонь в костях. Зажги, Господь. Огонь в костях, зажги, Иисус. Огонь в костях. 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 Огонь. Огонь. Огонь в костях. Зажги, Иисус. Огонь в костях. Зажги, Господь. Огонь в устах, огонь в глазах, огонь в руках, огонь в ногах, огонь в сердце, огонь, 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 зажги, Иисус, огонь, огонь, зажигается огонь, зажигается. Зажигается огонь! Зажигается огонь! Зажигается огонь! Огонь неба! Огонь духа! Сойди на нас в огне, Господь! Сойди на нас в огне, Иисус! Сойди на нас в огне! Сойди на нас в огне! Наступающими. Тех, кто...
запрятался, выходит в открытую. Огонь распространяется. Огонь распространяется. Огонь в костях. Огонь в костях. Огонь в костях. Он жжет изнутри. Он захватывает. Он захватывает. Он захватывает все. Он захватывает. Что может устоять перед огнем? Огонь Святого Духа. Огонь Святого Духа. Огонь Святого Духа. Высвобождается. Высвобождается. Огонь. Знает дух того, кто будет слышать. Первое, что я скажу тем, кто смотрит нас, те, кто чувствует, что это послание к тебе, ты чувствуешь. Внутри тебя есть страшное неудовлетворение. Это неудовлетворение, которое невозможно описать. Куда бы ты ни попадал, куда бы ты ни приходил, какое служение тебе не давали, в какую бы самую лучшую церковь ты ни приходил, она надоедает тебе через месяц. Многие из вас ненавидят это качество, потому что вы думаете: Бог, ну почему я? Слушай внимательно, благодари Бога за это качество, потому что именно это приведет тебя к тому, к чему никто еще не приходил. Эта жажда, этот голод, он не даст тебе быть червяком, копающимся там, где копаются все. Это страшное неудовлетворение, которое имела Анна. Она носила это бесплодие внутри себя. И хотя это тогда не излечивалось, тогда медицина даже это немыслимо было. Если человек был бесплодный, он был бесплодный до конца, но не Анна. Она была недовольна, она плакала, рыдала в то время, когда весь дом, включая ее мужа, радовался. Она стенала, она не могла найти себе угол, потому что у нее было заключено в духе ее неудовлетворение, боль и недостаток. То же самое было с Гедеоном, церковь.
Это человек, который был недоволен. И когда ангел спросил его, он ему сказал: нет, с нами Бога нет. Мы просто как крысы прячемся. Это не нация, это не Израиль, это позорище. Бог, мы жаждем тебя. И он говорит: я нашел этого человека. Я нашел того, кому не плевать, как всем остальным крысам, которые сидят. Им абсолютно все равно. И он сказал Гедеону: это ты. Я выбираю тебя. Ты тот, кого зовет небо. И не важно, было ли у Гедеона армия или нет, было ли оружие или нет, у него было сердце. И у него была жажда. Это то, что Богу надо. Все остальное небо сделает. О, я верю, это клич, это молитва, это реальный клич. Это клич к тем. Это клич к тем, которые в ДНК. Твое ДНК сейчас активизируется. ДНК льва. ДНК льва, оно активизируется. Ты начинаешь рычать. Начинаешь, ты скоро будешь по ночам подрываться и говорить: нет, я так больше жить не могу, я так больше жить не хочу. А Господь говорит: встань, положи свою надежду на меня и смотри, как я буду совершать то, для чего ты рожден. Не ищи поддержки людей. Это самое смешное, что может помазанник искать. Ищи поддержки неба. Небо зовет тебя. Небо кричит тебе. Твое ДНК, ДНК чемпиона активизируется прямо сейчас. Я вижу прямо сейчас, как многие люди после этой молитвы теми же самыми не будут. В тебя входит этот дух протестантизма. В тебя входит этот дух, этот огонь в кости. Он входит в тебя. И у тебя будет страшное неудовлетворение. На той лавочке, где ты всю жизнь сидел, ты в один прекрасный момент встанешь и скажешь: это не церковь! Я жажду церковь его! Я жажду прославить имя его! Чемпионы, встаю! Встаю! Возрождается этот дух протестантизма, дух бунта против религии, насилующий разумы и жизни людей! Встает! Встает! Это поколение встает! По всем деноминациям я даже вижу православных, католиков, встающих. Я вижу это послание, крик Бога. Он перешагивает границы и барьеры деноминационные. Он зовет, он кричит, и он говорит: сын, дочь, вы рождены для чего-то намного больше, чем прожить как крысы. И даже ту нору, которую ты обустраиваешь, она не твоя. Ты рожден победить. И это ДНК Бога, оно не даст тебе спокойно жить. Ты не будешь доволен никогда. Только потому, что ты рожден. Ты рожден небом для этого времени. Совершить что-то великое. Никогда не будешь доволен. Что бы ты ни делал, ты всегда будешь приходить к тому же вопросу. Разве это все? Разве это все? Я рожден для чего-то больше, чем эта возня. Религиозная, грязная возня. Нация славян поднимается, потому что поднимаются чемпионы. В каждом городе, в каждой стране поднимаются львы и львицы Бога. Мы увидим свободу.
вами урожай, которого не видел никто никогда. Мы увидим Россию в огне. Мы увидим нашу нацию в огне. Мы увидим чемпионов Бога. Бог полагает конец этому позорному христианству. Ты должен гореть огнем Бога. Гореть огнем Бога. Гореть Его славы. В твоих костях должно кричать небо. Встает. Встает этот гигант. Встает этот гигант, которого пытались уложить все. Нам не нужно быть в одном месте географическом. Этот гигант расположен по всей земле. Дух Святой сейчас дает клич, дает клич, дает клич. Он ждет тебя. Он зовет тебя. Потому что он не может без тебя это сделать. Ты включен в планы Бога. Он кричит к твоему духу. Вот почему тебе снятся стадионы. Вот почему тебе снятся, как ты возлагаешь руки. Вот почему тебе снится, как ты изгоняешь бесов. Вот почему тебе снятся все эти вещи. Потому что твой дух зовет тебя. О, дух Бога стучится в твой дух. Твой дух кричит к тебе. Вставай. Вставай. Ты не рожден работать. Ты с 9 до 5. Ты не рожден. Ты не рожден. Отдать духу этому мира свои годы молодости. Ты рожден для побед. Ты рожден для сверхъестественного движения Бога. Ты включен в планы неба. Ты пророк неба. Неважно, сколько тебе лет, 15 или 95, ты включен в планы неба. Ты новая ДНК. Ты новая ДНК. Тебя зовет небо. Не сдай свои позиции. Тебя зовет небо. Дух Бога не даст тебе успокоиться. Ты можешь со злости ломать эти диски, вышвыривать, выключать эти молитвы. Но то, что находится в твоем духе, ты выключить не сможешь. Оно тебя достанет. Позволь Богу быстрее сделать эту операцию. Большинством руководит страх людей. Самое позорное, самое отвратительное. Страх перед несколькими людьми останавливает движение в твоем городе. Да лучше останься один с улыбкой на лице, чем окруженный шакалами, которые добились своего через тебя. Они не заткнут нам рот. Они не остановят наше влияние. Религия уже щемится по углам. Они уже не знают, что с тобой делать. Потому что опасность реальная. Все эти кукольные спектакли под названиями церкви рушатся. Спасибо Иисусу. Потому что Божье не рухнет никогда. Божье не может рушиться. У Божьего в ДНК нет ничего, что могло бы нарушить. Все, что рождено от Бога, выстоит все и всегда. Спасибо тебе, Иисус. Поднимай. 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 Проси Иисуса. Отец, мы поклоняемся. Проси Иисуса. Мы поклоняемся тебе. Разрешил нам жить в это время. Ты дал нам увидеть, Господь, то, что ты приготовил для последнего времени. Ты открыл наши глаза, а я славлю тебя. Мы просим тебя сейчас прямо. Пусть сойдет твой огонь. Брось твою славу на землю.
покрой всю землю Твоей славой. Ты сказал, что у Тебя есть план на последнее время, тайный план, о котором никто ничего не знает. Этот план мы немножко прикрыли арту когда-то на острове Патмос, но мы знаем, что это самое большое, что у Тебя есть на последнее время. Мы просим, пускай этот план вступит в действие, пускай то, что запланировано тобой, совершится. Ты совершенный победитель. У Тебя вся сила, у Тебя вся власть, у Тебя все могущество. Мы брось твой огонь на землю. Высвободи твое желание, высвободи твое сердце. Твоя слава. Бог, мы просим, мы молим Тебя. Для Твоей славы. Мы идем до конца земля. Мы увидим поколение в огне. Мы увидим поколение в огне. Поколение в силе. Твоей славы. Поколение в славе. Когда не видна эта земля полна. Мы молим за тех людей, которые сегодня мы говорим к небу, да. Они готовы идти за тобой. Они ищут тебя. Мы говорим они надо отбросить да. все в своей жизни. Но они ищут тебя сегодня всем сердцем, всей душой, Бог. Да. Я вижу, как они сегодня просто стоят перед тобой, ждут ответа, ждут подтверждения, как когда-то Гедеон. Я прошу тебя, пускай зайдет твоя слава сейчас, и держи твое прикосновение. Пускай Дух Святой сейчас коснется каждого сердца. Дай им подтверждение, дай им то, что они ищут, Господь, для того, чтобы быть утвержденными в истине, для того, чтобы следовать за тобой, для того, чтобы полностью всю жизнь посвятить тебе. Покрой твоей славой, покрой твоей славой, подними. Это те, которые будут следовать за тобой до конца, которые никогда не сдадутся, которые никогда не преклонятся, которые никогда не пойдут на компромисс, мы говорим, которые небо, никогда да. не променяют ничто от тебя на что-то другое в этой жизни. Бог, мы молим сейчас за этих людей, мы ходатайствуем за этих людей, заполни их жизнь за собой. Прямо сейчас дай им, Господь, твое прикосновение, дай им твое подтверждение. Заполни, Господь, твоей реальностью. Подними, подними твоей веры, Господь, подними твоих детей, сынов и дочерей света, тех, которые, Господь, не удовлетворены, чем те, которые сегодня ничего больше не хотят, кроме тебя, кроме твоей славы, кроме того, чтобы видеть, как Господь как поднимается. Встает твоя церковь, твое тело по всей земле, подними этих людей. Я понимаю, тяжело, большое сражение выходится, большая цена, но я знаю, что за этим ты, большая твоя слава, большое твое движение. Бог, будь всегда по правую руку, всегда поддерживай. Укрепляй, я прошу тебя, Бог. Высвободи твои обещания, мы ждем тебя. Это тот путь, который мы не хотим идти сами. Мы осознаем то, что мы не в состоянии, Господь, сделать что-то своими силами. И потому вся наша надежда на тебя. Мы уповаем на тебя, мы ищем тебя, мы ждем тебя, Отец. Заполни нас своим сердцем, заполни нас своей любовью, твоей болью. Дай нам знать Тебя больше, дай нам знать Тебя больше. Дай нам, Господь, сегодня нашими молитвами, нашими желаниями влиять Твоим сердцем, влиять небом. Мы устали видеть вот обман, смерть. Мы устали видеть издевательство над судьбами, над душами людей. Мы устали смотреть, как сегодня дьявол празднует мир. Он празднует свой бал. Подними ту, которая снесет ему голову. Подними ту, которая сокрушит его действия, сокрушит, потрясет его царство. Потрясет его царство во всей вселенной. Подними ту, которую никто не остановит, которая будет полностью предана твоя воля. Которая будет движима твоим сердцем, которая будет движима твоим сердцем, любимый. Заполни нас твоей славой, покрой нас твоим огнем. Я знаю одно, когда приходит в жизнь твой огонь, когда приходит твоя слава, никогда не может ничто остановить такого человека. Ты нам показал на примерах Библии, что тебе.
сегодня люди, которые были погружены в Твой огонь. Они никогда не сдавались, они никогда не останавливались. Подними сейчас тех людей, которые будут гореть в огне, которые будут пропитаны Тобой, которые будут гореть, которые будут движимы только Тобой, только Твоим желанием, для которых Ты – это вся жизнь. Подними это поколение, подними это поколение. Мы ждем этого, мы хотим этого, мы идем к этому. Наш Бог, дай славу имени Твоему, Дух Святой, прославь имя Иисуса. Высвободи пространство для того, чтобы насадить Твое присутствие. Высвободи это пространство в жизни людей, в сердцах людей, для того, чтобы пришло Твое царствие, для того, чтобы пришло Твое воля. Мы просим Тебя, любимый, захватывай сегодня сердца людей. Мы просим за личные встречи, за сверхъестественные проявления, за сверхъестественные вещи в жизни твоих детей, твоих людей, Бог. Мы читаем Новый Завет, мы видим, когда люди, которые были в огне, они двигались всегда в твоей славе, они двигались чудесами и знамениями. Они покоряли целые города, покоряли целые народы, потому что ты был с ними, потому что ты шел впереди. Величие Твое. Заботы нас собой, покрой нас собой. Иди впереди нас, мы будем идти за Тобой. Величие мы оставили Твое. Все, мы отдали все, мы следуем за Тобой. Запомни, поднимай сейчас, поднимай, любимый, поднимай. Величие Твое, Иисус. Для славы Твоего имени. Величие Твое, Иисус. Все славы наш Бог. Все слава Тебе, наш Бог. Величие Твое. Все слава Тебе, наш Бог. А мы поклоняемся Тебе. Величие Твое, Иисус. Иисус. Я Тебе сказал, что Ты на подвиг своей души будешь смотреть с удовольствием. Все хотим увидеть это время. Величие Твое, Иисус. Когда ты просто будешь смотреть с удовольствием на подвиг своей души, на подвиг своей жертвы. Любимый Иисус. О, любимый, подними. Подними Твое тело, подними Твою возлюбленную. Подними ту, которая будет являть Тебя на этой земле, которая будет являть Твое царство на этой земле. Чистая, святая, бескомпромиссная, без лжи, жажда всякого обмана. Мы жаждем. Твой свет, Твое жаждем чего-то больше, Иисус. Она будет нести жизнь. Она будет нести истину. Она будет нести Твой свет. Подними, Иисус. Вдохни дух жизни в Твое тело. Вдохни дух жизни в Твое тело. Через Твою церковь покрой. Дух Бога двигается по этой земле, и Он ищет тех, которые захотят больше, чем то, что они видели и о чем слышали. Дух Бога движется по земле, Его глаза обозревают все, и Он ищет, Он бросает вызов. Он смотрит, Он заходит в каждый дом рожденного свыше. Он смотрит в глаза, доволен ли ты? Счастлив ли ты? Достаточно ли тебе того, что ты имеешь? Он ищет, Он бросает вызов. Он просит, Он стучит. О, я верю, есть те, которые недовольны тем, что вокруг их. И та шутка, которая сейчас называется церковью. Бог мой, нужно быть слепым, чтобы читать Библию, видеть деяния, быть рожденным от Бога, иметь огонь в костях. И видеть то, что сейчас называется церковью, и не видеть огромной разницы. Меня будоражит нынешнее христианство, проданное, заботящаяся о своих нуждах. А царство? А царство? Царство Бога зовет.
Это жизнь, это сон, от которого ты проснешься через 90 лет. Через 80 лет, через 100 лет ты проснешься от этого сна. Выйдешь из этого футляра и войдешь в реальную жизнь. Кто ты? Тебе уже нужно решить о том, кто ты. Кто ты? Кто ты? О, мы то поколение, которому недостаточно просто спасения. Спасение — это самая первая дверь, через которую мы входим, а теперь мы будем рушить царство сатаны. А теперь мы будем ломать его планы, а теперь мы будем взрывать все, что он строил, а теперь мы будем бить, бить и бить. Мы уже видим тысячи, тысячи и тысячи освобожденных. О, я верю, я вижу и верю, что плод умножается. Больше и больше людей приходят к реальности его славы. Больше и больше людей видят ложь того, что сейчас проталкивают с кафедр. Нам не нужны спектакли. Нам нужен живой Бог. Нам не нужен маскарад. И КВН, религиозная возня. Нам нужен живой Бог. И мы не отступим, пока не получим. Мы то поколение, которое не просто в кулачок где-то нервничает и бунтует. Мы то поколение, которое выйдет вперед со своими аргументами, поднимет свой флаг и даст отпор этому миру. И по пути мы еще поднимем сотни-сотни тысяч таких же самых. Мы рождены для этого, церковь. Мы не рождены на этой земле жить вот этой жизнью, которой живут наши соседи. Дом, машина, собачка, огород. И навсегда разочарование в сердце. Мы рождены победить, мы рождены говорить, мы рождены для битвы. Мы рождены для битвы, церковь. Ты знаешь, где ты будешь больше всего наслаждаться? В центре битвы. В центре сражения. Твой дух жаждет битвы, он жаждет победы. Потому что твой дух знает, что он победитель. Он рожден от Бога. Поднимай, Бог. Поднимай, Иисус. Поднимай. Это клич. Это молитва, мы просто бросаем вызов в духовный мир. Внутри тебя, когда ты рождаешься свыше, помещается самим Богом величие неба. И это величие неба, оно начинает звать. Это величие неба, куда бы ты ни пришел, оно начинает сравнивать все с тем величием, которое Богом положено в тебя. И ты говоришь: нет, нет, нет. Не соглашайся на суррогат, не соглашайся на подделку, не соглашайся на религиозное клонирование, не соглашайся. Стой один, но жажди истины. Пусть вас мало, но зато вы жаждете истины. Мы на иное не пойдем. И нас легче убрать с этой земли физически, чем закрыть нам рот. Потому что мы жаждем реальности неба. Мы то поколение, которое столкнулось с живым Богом. Мы те, у которых была снята пелена с глаз. И мы увидели и пережили славу Бога. И это величие, оно взывает к величию. Внутри эта глубина взывает к глубине. Спасибо тебе, Иисус, не дай нам замолчать. Не дай нам успокоиться, не дай нам потухнуть, не дай делам этого мира захватить нас, потушить нас, успокоить и усыпить нас.
не дай никогда. Разбуди нас в тот момент, когда мы начнем дремать. Дух Бога, подними, подними своих детей. Мы взываем к этим чемпионам, мы взываем к этим львам. Мы взываем к этому ДНК, которое мучается на этих лавочках. В какой бы ты ни был деноминации, в тебе кричит свобода. В тебе рычит свободный лев. Тебе снится свобода. У тебя видение свободы, ты бредишь свободой, потому что ты рожден Духом Бога. Скажи Ему «да». Отсеки все, что тянет тебя на дно. Выйди из всех обществ, которое рушит и уничтожает твои отношения с Богом и тушит твой огонь. Обруби все канаты, зажги все мосты. И иди по направлению к Богу. Он твоя мечта, Он твоя любовь, Он твоя жизнь. Спасибо, любимый. Мы увидим славянское поколение в огне. Мы увидим Россию в пробуждении. Мы увидим. Мы увидим проснувшуюся невесту. Мы увидим. Это то, для чего мы посвящаем всю нашу жизнь. Мы не рассчитываем на легкие и быстрые победы. Мы согласны идти в битву длиною в жизнь. Потому что иного пути у нас нет. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за открытие истины, за то, что Ты каждого из нас вырвал и снял эту пелену. Спасибо Тебе. Да, это гнилая реальность, это страшная, тяжелая реальность, которую мы видим, эту боль, с которой мы живем. Но мы не хотим снотворного, мы не хотим обезболивающего, мы не хотим морфия, мы не хотим. Мы благодарим Тебя за ту реальность, которую Ты дал нам увидеть. Спасибо Тебе, любимый. Продолжай показывать, продолжай поднимать. С каждым годом чемпиона поднимается больше. С каждым годом поднимается больше и больше и больше чемпионов. Спасибо, Иисус. Мы еще не там, где мы должны быть, но мы уже далеко не там, где мы были. Спасибо, любимый. Спасибо за все. Воздай Ему славу, церковь. Ты победитель! Ты победитель! Ты рожден Богом побеждать! Ты не рожден им сгнивать! Ты не раб, ты царь, ты лев, ты помазан Богом! Ты рожден побеждать. Ты рожден побеждать. Amen. Amen. Продолжаем бомбить тьму. Продолжаем бомбить тьму. Во имя Иисуса Христа. Amen.